Здравствуйте. В пятницу 4 февраля, около 12 часов 20 минут, на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола, Зеленодольск, в Звениговском районе Республики Мариэл, 40-летняя женщина, управляя автомобилем Kia Rio, в сложных погодных и дорожных условиях, при обгоне движущегося впереди транспортного средства, при выезде на встречную полосу, не справилась с управлением и совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым фургоном Хина, который впоследствии столкнулся со встречным автомобилем ВИЗ-2349-00. В результате столкновения, женщина-водитель автомобиля Kia и ее пассажир-мужчина получили травмы, несовместимые с жизнью. Они скончались на месте происшествия до приезда медиков. Водитель фургона Хина получил травмы, с которыми обратился к медикам скорой помощи. Автомобиль ВИЗ перевозил хлебобулочные изделия и в аварии не пострадал. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и бригада спасателей. Причины и обстоятельства, а также личность погибшего мужчины, устанавливаются. По официальным данным ГИБДД России, за прошедшие сутки 2 февраля 2022 года на российских автодорогах зарегистрировано 169 случаев ДТП. В них погибли 17 человек. Один из них оказался ребенок. Различные травмы получили 200 человек. 12 из них — дети. Будьте крайне внимательны на дорогах. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Берегите себя. Всем удачи и добра.